Se on Drain Aip McCain. Не слышал о бригаде? Такие, как ты, там служили. Не люди. Ja. Я видел тебя вблизи. На. Годи, плотва. Ну, пошла. Thank you.
Вперед, плотва! Лагерь нильфгаардцев. Они бросили все в спешке. Странно. Следы сапог, а рядом босых ног. Надо пройти по ним глубже в лес. Снова следы нильфгаардцев. Они привели сюда группу босых крестьян? И кто кого привел? Снова следы нильфгаардцев. Они привели сюда группу босых крестьян? И кто кого привел? Снова следы нильфгаардцев. Они привели сюда группу босых крестьян? И кто кого привел? Это что за запах? Тело странно выгнуто. Он умер от яда. Снова следы нильфгаардцев. Они привели сюда группу босых крестьян? И кто кого привел? Снова следы нильфгаардцев. Они привели сюда группу босых крестьян? Верно? Отлично. Похоже, он умер от яда. Так, стоп. Печени нет. Может, ее трупоеды выжрали? Здесь протащили что-то тяжелое. Тела? Гнездо гулей. Ни форма, ни сапог. Явно не нильфгаардский солдат. Может, кто-то из соседней деревни? Ни форма, ни сапог. Явно не нильфгаардский солдат. Может, кто-то из соседней деревни?
Приветствую, квартирмейстер. Честь и слава, Геральт. Чем могу помочь? Я нашел тела твоих солдат. Их убила самка Виверны. Они зашли на ее территорию. Виверна? Блёды пест. Я узнал кое-что еще. Это был не патруль, а отряд палачей, которые вывели риданских пленных в лес и казнили. Это война. Проиграл, умер. Этих людей так просто не забудут. Кто-то начнет их искать. В Нильфгарде любой солдат, попавший в плен, считается мертвым. Это были риданские пленные. Ридания скоро станет провинцией Империи. Готов поспорить, еще до Саувины над риданской столицей взовьется знамя с Великим Солнцем. Давай плати, Нильф. Нет у меня желания философствовать. У меня тоже. Ты это заслужил. Держи. И оставь меня. Приветствую, квартирмейстер. Честь и слава, Геральт. Чем могу помочь? Я встретил одну нильфгардскую женщину, она ищет сына. Вот упрямая. Я не знал, что она... Она не нанимала. Значит, пришел просить помощи у убийцы. Я думал, у тебя больше чести. Я хочу помочь нильфгардской женщине. А я видеть тебя больше не хочу, понятно? Стану я рассказывать какому-то нордлингу, что творят наши солдаты. Теперь соберись и расскажи все, что знаешь. Так точно. Мы поймали их на болоте. А что с теми... Мы их повесили. Я же... Если бы я подал рапорт, что кто-то сбежал, их... Я попробую их найти. Я видел тебя в Изи. Но! Дезертиры пытались сбежать верхом, а здесь их уже нашли. Сбежали на болото. Собачьи следы. Похоже, их травили собаками.
пытался бежать, но застрял в болоте. Отличная цель для арбалетчиков. Волосы черные, не он. Сбежали на болото. Волосы рыжие. Возможно, он. Надо найти что-нибудь еще, чтобы убедиться. Письмо к матери. Надо его отнести. Больше я ничего не смогу для нее сделать. Узнал ты что-нибудь о моем сыне? Да. Я хочу услышать правду. Какой бы она ни была. Твой сын мертв. Как это произошло? Он дезертировал, его поймали и повесили. Ложь! Я нашел его и несколько других тел. На дереве висело объявление. Я не верю тебе. Мой сын не был трусом. Ты можешь верить во что хочешь. Я нашел при нем письмо. Тебе. Дорогая мама, может быть, я пишу тебе в последний раз? Во всех тех письмах я лгал тебе. Прости, я не герой. Убийство Нордлингов не приносит мне радости. Это место — настоящий кошмар. Я держался, но я больше не могу. Недавно нам приказали убить пленных. Ты знаешь, как это — убивать беззащитных людей. Я должен бежать отсюда. Деточка моя, я всегда буду любить тебя. Вот, возьми свою плату. Геральт Ривийский! Как только что-то узнаешь, сразу скажи мне, слышишь? Даже если правда будет болезненной, не лги мне. Я хочу знать. Трудно тебе тут будет с работой, ведьмак. Как только что-то узнаешь, сразу скажи мне, слышишь? Даже если правда будет болезненной, не лги. Я хочу знать.
Император поведет нас прямо на Новиград. Я видел тебя в Изиме. Ну чего? Покажи, что у тебя на складе. Прощай. Говорят, женщины... Покупать будете или смотреть? Покажи мне свой товар. Прощай. Кияр Херзер Айпан. Аэн Медеде. Эстуат Аэсен Новиград. Быстрей. Но.
Это ты зря. Ну давай. Убью. Не давайте ему продохнуть! Быстрей.
Но! Шевелись, плотва. Медальон дрожит. Это место силы. Что, паскуда?